Не поверишь, Галкин раскрыл всю правду о старухе Пугачевой. Шоумен и телеведущий открыл семейные тайны. 40-летний Максим Галкин в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал о воспитании детей и семейной жизни с Аллой Пугачевой. По словам телеведущего, Примадонна всегда поступает так, чтобы он чувствовал себя настоящим мужчиной. «У меня жена достаточно умна, чтобы делать вид, что я главный», – поделился Галкин. Также он старается помогать ей с домашними хлопотами, несмотря на загруженный рабочий график. «Когда мы жили с Аллой вдвоем в квартире, я всегда мыл сам посуду, берег ногти жены. Сейчас у нас есть посудомойка, но я до сих пор люблю это дело». Максим признался, что очень благодарен Алле Борисовне за ее умение создавать домашний уют и следить за его стилем. По его словам, у Пугачевой безупречный вкус. «До того, как в моей жизни появилась Алла, все-таки я во что-то одевался. Конечно, тот безупречный вкус, который присущ моей жене, в корне изменил мой облик. Я действительно лентяй, и последние разы, когда Алла мне что-то покупала, замечательные вещи, я даже с ней в магазин не шел».